А вот водители ленских автобаз уже с 4 января штурмуют зимники. Для них новогодние каникулы оказались намного короче. А под конец уходящего года 4-я автоколонна ленского автотранспортного предприятия стала зоной эксперимента. При перевозках тестировали эстафетный метод доставки грузов, рассказывают коллеги из Алмазного края. Новое, хорошо забытое старое. Это подтверждает стартовавший в декабре прошлого года эксперимент в производственном управлении «Алмазотранс». Его участниками стали водители 4-й автоколонны Ленского автотранспортного предприятия номер 1. С 1 декабря в качестве эксперимента у нас была запущена работа по перевозке клинкера в режиме круглосуточной эстафеты. В ней участвовали наши автопоезда в составе тягачей «Вольво» и полуприцепов ТСП 94177 грузоподъемностью 38,5 тонн. Лишь 6 декабря из-за низкой температуры был допущен единственный вынужденный простой в работе. В остальные дни погрузка и перевозка клинкера осуществлялась согласно графику. Перевезено 8700 тонн груза. Это несколько превысило плановый показатель. Задумывали, мы выполнили. Работало у нас 5 автомобилей вместо 10. Два мы держали на всякий случай в запасе, если те ставить на обслуживание или в ремонт. 20 человек водителей подобрали, хороших водителей. Ну и так вот работали. Трое в рейсе, один отдыхает. 4 человека на машине. Сейчас водители-транзитчики на территории предприятия редкость. Большая их часть находится на разных направлениях зимних перевозок. Благодаря удаче мы застали в автобазе одного из участников эксперимента. Этот месяц экспериментальный мы как бы отъездили, как я считаю, ну нормально. Но что дальше у нас будет по перспективе, неизвестно уже. Сейчас основной акцент в работе автотранспортных предприятий «Алмазотранса» сделан на перевозку дизельного топлива. После 8 января только для его доставки потребителям на плечо Нюрбан-Акын зашло 60 автомобилей. Параллельно ведется анализ состоявшегося эксперимента. Если он окажется удачным и позволит количество машин, не исключено продолжение эстафетно-поточного метода перевозок в летний период по мере поступления клинкера личным транспортом. Сергей Борисов, Руслан Кириллов, телеканал «Алмазный край».